Уважаемые изысковчане, наши гости. На самом деле, время очень быстро летит, и сегодня наш район возраст Христа, 33 года. Много, мало, ну, наверное, достаточно, чтобы сегодня сказать буквально несколько слов, что же мы за эти годы сделали. Сегодня я, перед тем, как хочу сказать, мне очень приятно сегодня сказать то, что у нас здесь, в своем месте, очень достаточно большая, хорошая делегация из города Рыбинска. Это Караев Александр Николаевич, помощник руководителя общественного приемного губернатора Ярославской области. Мышкарев Александр Владимирович, руководитель общественного приемного губернатора Ярославской области, города Рыбинска. Алабьев Владимир Николаевич, член правления общественного организации союза десантника Ярославской области. Смирнова Татьяна Михайловна, заместитель начальника штаба юнармейцев города Рыбинск. Нас уже несколько, как говорится, так получилось, что наши поисковики нашли медальон и, прочитав его, поняли, что это житель города Рыбинска. И по предложению руководства города Рыбинска мы торжественно передали останки погибшего солдата. Вот. Я сегодня очень рад, что он есть. Я надеюсь на будущую хорошую, добрую связь, доброе, хорошее соглашение. Я думаю, что вот так вот побратимы нашего небольшого Износковского района будут потихонечку по нашей большой России. А то, что мы чем гордимся за эти годы, ну, наверное, сегодня мы показали нашим гостям наш детский сад, ФОК. Самое важное — наших людей. Наших людей, потому что они сегодня прекрасны, они труженики, как сельхоз, наши работники, как руководители школ, детских садов, да и других наших всех организаций. И сегодня мы на этой сцене обязательно поздравим многих из них, вручим им благодарность, вручим им все. И от разлук, от горьких разлук, но не те, и не брошенный век. Есть в мире звезды и солнечный свет, есть дом родной и тепло огня. И у меня все, что в жизни есть у меня, все, что в радость каждого дня. На митинге в тот день присутствовали почетные гости Калужской и Ярославской областей. И сегодня на нашем празднике мы рады приветствовать на нашей гостеприимной земле гостей из города Рыбинск. И я с удовольствием приглашаю их на нашу сцену. Помощник руководителя общественной приемной губернатора Ярославской области по городу Рыбинску Александр Николаевич Караваев. Руководитель общественной приемной губернатора Ярославской области по городу Рыбинску Александр Владимирович Мышкарев. Член правления общественной организации «Союз десантников Ярославской области» Владимир Николаевич Алябьев. И заместитель начальника штаба юнармии города Рыбинска Татьяна Михайловна Смирнова. Это наши сегодня также почетные гости. Здравствуйте, дорогие жители Износковского района. Ну, сперва разрешите от имени себя, от имени нашей делегации поздравить вас с 30-летием, 33-летием вашего района, пожелать району процветания, а вам счастья и здоровья. Да, сбили меня, ну ладно. Значит, это пожелать вам всем лично счастья, здоровья,
Чтобы поздравить вас с праздником, мы выехали в 6 утра, проехали почти 700 километров в одну сторону. Но я думаю, этого стоило. Мы вам очень благодарны за то, что ваши ребята нашли нашего земляка Батова Сергея Михайловича, который считался погибшим. Галина Васильевна Харченко поднимается на нашу сцену. Аплодисменты, дорогие друзья. Арсений Смирнов есть у нас сегодня здесь? Он в поиске, сказала Галина Васильевна. Ладно, нет его. Хорошо. Ну что ж делать? Так, Александр Николаевич. Ну, здравствуйте. Вас мы, наверное, можем назвать уже друзьями. Хочу поблагодарить вас за приглашение на ваш праздник. У вас аура очень положительная в вашем поселении, в районе. Это мы прочувствовали 22 июня. Хочется поздравить вас с вашим праздником. Сказать вам большое спасибо за вашу молодежь. Вот это вот настоящая золотая молодежь. Не те, ну вы поняли, да? А вот это вот, которая занимается такими вот делами, полезными и нужными, и сохраняет память о наших дедах, отцах. И от имени главы городского округа город Рыбинск я хочу вручить благодарственное письмо. Администрация города Рыбинска сердечно благодарит бойцов поискового отряда «Воря» села Износки Калужской области и отдельно командира отряда Кальченко Галину Васильевну за огромную патриотическую работу по поиску солдат и офицеров Советской армии, павших на Калужской земле в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Особая благодарность за возвращение из списка без вести пропавших нашего земляка, красноармейца Батова Сергея Михайловича, 1921 года рождения, который был призван на армейскую службу весной 1941 года Рыбинским горвоенкоматом и пал смертью храбрых в бою в октябре 1941 года, защищая родину от врага. Разрешите вручить вам это благодарственное письмо, поблагодарить вас за нашу молодежь, что вы ведете с ними такую патриотическую работу нужную. Спасибо большое. Передадите Арсению, да, грамоту. Я хочу сперва представить своих товарищей. Я, значит, у нас тут как немножко разношерстная команда. Я участник, офицер запаса, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Значит, это мой коллега, тоже ликвидатор. Аплодисменты, дорогие друзья. Это воин-интернационалист, афганец. Это у нас начальник штаба юнармии. Так что у нас, видите, мы какой приехали немножко разношерстной этой, но ничего. Значит, Татьяна Михайловна. Уважаемые жители района, я от всего сердца поздравляю вас с праздником. Очень красивый, очень душевный праздник. Очень приятно присутствовать здесь и восхищаться каждым из вас. Хочется пожелать вашему району процветания, развития, много значимых, много ярких мероприятий, событий. Хочется сказать вам, чтобы вы берегли уникальную историю своего края и вносили в эту историю имена достойнейших людей, имена настоящих героев. Я уверена, что одним из таких имен будет имя Смирнова Арсения. Нам очень хочется вручить ему благодарственное письмо. Общественная приемная губернатора Ярославской области в городе Рыбинске выражает благодарность бойцу поискового отряда «Воря» Смирнову Арсению за участие в патриотическом поисковом движении России и личный вклад в возвращение из списка без вести пропавшего нашего земляка, красноармейца Батова Сергея Михайловича, павшего в бою с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Мы желаем Арсению доброго здоровья, благополучия, успехов на жизненном пути в его благородном патриотическом деле. Вас всех еще раз с праздником! Здоровья и благополучия вам и вашим семьям! И в подарок командирам!
командирские часы, я сейчас, так понимаю. Сейчас, минуточку, да. Мы решили сделать это приятное. И Владимир Николаевич приобрел этот, ему хорошие командирские часы. Мы специально покупали их в городе Угличе, на, это, прямо на заводе, чтобы не был какой-нибудь контрафакт или что-то. Вот. Символикой воздушно-десантных войск. Почетно, очень почетно. Галина Васильевна передаст обязательно. Спасибо. С праздником! Я пригласить хочу на эту сцену. Да. Это отца Александра. Отец Александр. Выйдите к нам на сцену. Батюшка, мы для вашего храма и для всех жителей села Износки попросили, чтобы Рыбинской иконописной мастерской благословения епископа Рыбинского, Угличевского и Даниловского Вениамина написали вот эту икону по канонам этот, Русской Православной Церкви Николая Угодника. И передаем в дар и этот, церкви и селу Износки. Батюшка, она не освящена, правда, мы торопились, но вы... Я надеюсь, оно займет это почетное место. Это не все еще. Еще не все подарки? Нет. Глава города Рыбинска Денис Валерьевич Добряков надеется на дальнейшее продолжение нашей дружбы и попросил меня передать главе города Владимиру Викторовичу. Владимир Викторович, на сцену просим вас подняться. Книги. Петр Иванович, и вас просим подняться сюда. Вот это Рыбинск прошлое. Прошлое, что у нас, у наших город старинный купеческий, ему 250 лет. Вот здесь, а нет, а, значит, вот здесь с дарственной надписью. А это Рыбинск настоящий. Так что вот, ну все, подарки закончились. Уважаемые наши гости, на самом деле мы очень рады, то, что вы приехали к нам, и вот такие добрые, хорошие слова сказали, во первую очередь, нашим всем людям, о наших изнасковчан, сказали о наших молодежи, о наших поисковиках, и цены подарки, а, наверное, доброе то отношение. И я вот прошу вас передать Денису Валерьевичу, вашему мэру, огромные слова благодарности, и я думаю, что вы знаете, вот у нас есть такое хорошее правило, мы с хорошими людьми, соглашение составляем о будущей нашей с вами совместной работе. Вот город Рыбинск, он небольшой, 200 тысяч, ну это хороший город для нашего села. Так, наверное, да? И вот вы знаете, сегодня вот, уважаемые наши десантники, чуть-чуть рассказали мне, как они проводят дни города. У них там есть еще и прыжки с парашютом, там еще десантные. Там. Вот мы как-то и подумаем так, чтобы дни района и города проводить вместе. Спасибо вам огромнейшее. Мы надеемся на нашу совместную работу. Я думаю, это все у нас получится. Еще раз спасибо вам огромное. Можно мне несколько слов сказать? От лица поискового объединения «Воря», от лица Арсения, который сейчас в поиске, мы хотим сказать, что поисковая работа в нашем районе продолжается. Она действительно продолжается. Буквально на прошлой неделе мы перезахоронили торжественно 130 бойцов Красной Армии, которые были подняты в ходе поисковой работы в прошлом году. Работа закончилась поздно осенью. Мы хотели к 22-му, но события, которые футбол нам не дал возможность перезахоронить, и мы вот перезахоронили бойцов на этой неделе. Работы у нас много. Старший у нас Арсений, ему еще 30 лет нет, а самому младшему 14. Так что молодежь износковская всегда помнит тех людей, которые защищали наш край. И еще раз позвольте от лица нашего объединения, от всех поисковиков, надеюсь, и от всех жителей, низко поклониться представителям Ярославской земли, которая воспитала защитника нашей Родины. Yeah.
не думали. Спасибо большое вам. Под крышей.